Друзья, всем привет! Мы сегодня отмечаем день рождения нашей мамы. Спасибо большое за поздравления. Спасибо огромное. Вчера мы, пока ехали по дороге, я вела прямой эфир. Потом неожиданно вышла, потому что там мы стали очевидцами ДТП. И уже было не до этого. Мы получили такой некий стресс. Будем надеяться, что с водителем все в порядке. Блогер Кира, чтобы вы понимали, уже в ауте, она уже уснула. Я в роскошном платье, вот у меня все а-ля Алла Борисовна Пугачева. Я люблю такие фасоны. Мы находимся в ресторане «Лари», ресторан грузинской кухни, роскошный ресторан, мне очень понравился. Латвия, огромный вам привет, спасибо большое. Дорогие мои друзья, любите и цените своих родителей, это самое важное, что есть в нашей жизни. Из детства прививайте вашим детям, чтобы дети также любили и уважали родителей и почитали бабушек и дедушек. По поводу интересного положения Милены Безбородовой, зайдите, пожалуйста, ко мне в ленту и посмотрите. Спасибо большое. Кира уже в ауте, я ее приучаю к блогерской жизни. Она категорически не любит камеру, но я пытаюсь, чтобы она давала хоть кусочек своей жизни мне дать заснять. Так сложилось, что Таня занимается развлечением Киры. Она, здравствуйте, ставит ее любимый мультик. Как называется мультик? «Принцесса». С нами наш Левушка. Маша уже уехала, у нее дела. Ну, в общем, мама с Левой развлекаются, а я вот курю кальян. Сейчас я вам покажу обстановку. Это ресторан находится на проспекте Мира. Там в глубине еще столы. Очень вкусная кухня. Такие тортики нам принесли, кто какой хотел. Вот такая вот история. Ой, стакан. Позже фейерверк с тортом я вам покажу. Здесь была живая музыка до 11. Ну и потом, собственно, все. Ресторан работает, по-моему, до 3 часов ночи. Я так предполагаю, что на данный период времени все мои подписчики смотрят «Естественный отбор» на канале ТНТ. Спасибо. Да, вчера произошла авария на дороге, и мы прям ехали за этой огромной грузовой машиной. И Таня вовремя сориентировалась, начала тормозить и перестраиваться на другую полосу, поэтому я была вынуждена отключить прямой эфир. Мы получили шок, это ничего не сказать. Ну и, в общем, слава богу, с водителем все нормально. Кабина зацепилась за мост и так и повисла.
кабина водителя, я имею в виду. Здесь в ресторане очень интересный интерьер. Да, я так поняла, что вы смотрите выгон на доме 2. И вообще, друзья, с каждым днем я убеждаюсь, что нужно уметь отдыхать. Наташа, там с вами либо Лёва. Да, Лёвушка с нами, он вот с мамой нашей беседует. То сейчас уйдет, я говорить вам не буду. Вы смотрите эфир, слушайте меня, и вы все узнаете. Все узнаете, котятки, рыбки, вы мои ненаглядные, дорогие мои подписчики. Как думаете, с кем Федя все-таки? Я не думаю, я знаю, с кем Федя. Но на данный момент я вам говорить не буду. Все нормально, ребят, не волнуйтесь. Все под контролем. А что вы имеете в виду, приди, только любовь? О чем вы? Спасибо большое. Грозный, привет. А сколько вам лет? Зачем вам знать, сколько мне лет? Я не понимаю, сколько есть все мои. Почему с недавних пор так много людей волнует этот вопрос? Сколько мне лет? Федя ушел с проекта. Вы интереснее без дома 2. Спасибо большое. Так складывается, что кроме вопросов о доме 2 никакие вопросы больше не задают. 20, да нет, не 20, не 18, слава богу, 25. Но на 25 что-то я выгляжу как-то взрословато. Я очень хочу, чтобы Настя ушла. Какая? Хочу пожелать вашей маме крепкого здоровья, она у вас шикарна. Спасибо. Вы всегда интересны. Благодарствую. Старость не рад. Снимите как-нибудь совместное видео с кем? Она паночка. С Яной и Захаром. Да, во вторник я сниму видео с Яной и Захаром и выставлю. Когда ребята на шоу приедут, я выставлю обязательно. Вы водку пьете или мартини? Нет, я вообще не пью алкоголь. Я пью безалкогольное пиво. Вот. Бокал никак не могу его допить. Натуся, приветики, родная. Привет, кто это? Здравствуйте, я просто не знаю ваш ник. Вы какая-то уставшая сегодня или кажется? Нет, вам кажется, я так встала в 4 часа дня. Спасибо большое.
Спасибо огромное. А ваше мнение, Федя с Настей еще могут помириться? Могут. Мое мнение, могут. Смотрите эфир, вы все узнаете. Вы будете в обмороке, кто уйдет с проекта, кто покинет проект из старичков. Странный вопрос, чего вы не на работе? У нас же выходной в субботу. Да. Ебарова выгнал. Ебарова давно уже пора выгнать. Надоел. Я вам так, друзья, скажу. Да выпендривались все. Вся святая троица. С каким вкусом кальян? С каким вкусом кальян, Таня? Чашу дыня, малина. А, чаша на грейпфруте, а вкус дыня и малина. Очень вкусный. А вообще на воде. Кальян на воде. Как же мне нравится ваш голос больше, чем два. Благодарствую. Так, рыбки мои ненаглядные. В общем, короче, старички довыпендривались. Святая Троица, Феденька, Илюшенька и Сереженька доигрались, короче. Да, друзья, жить вредно, курить вредно, пить вредно, смеяться вредно. Все уходим в монастырь. Приветики, мои дорогие фанаты. А, Захар все, Захар ушел уже. Вы все узнаете в этом, как его называют, через неделю. А, в монастырь я с вами. Спасибо большое, ребятки мои. Сереженька, здравствуй, мой мальчик. Чего попались? Чего попались? Сегодня в этом ресторане сплошные дни рождения. А, котятки, рыбки мои ненаглядные, дорогая, как? Сереженька, я нормально, мы отмечаем день рождения нашей мамы. Это какой Сереженька? Николаев. Сереженька, тебе Таня и Лёва передают огромный привет, и наша мама тоже. Да, Кирочка уснула. Покажите нам, что там в ресторане. В ресторане здесь люди, которые ходят туда-сюда. В ресторане всё подряд. Я уже изначально всем посоветовала и сказала, приходите в этот потрясающий ресторан Ларри. Вот Лёвушка, мама, Валюшка, она чаёк попивает, молочный улун. Лёвушка, передай привет подписчикам, они спрашивают, Лёва, с вами? Я здесь. С
всем подписчикам большой привет. Хорошей вам ночи. Главное, не скучное. Вот. Да. Ну и, соответственно, ну, радуйте Наташу своими интересными вопросами. Она на все вопросы вам ответит. Абсолютно. Вот, мы проводим прекрасно. Время сегодня. Прекрасный вечер. День рождения Валентины Григорьевны. Валюшка по машине. Вот, нашей любимой. Валя, расслабься. Вот, и мы ей пожелаем всех здоровья и счастья. Самое главное, чтобы здоровье всегда было. А мой сын, нет, не с нами, он уехал на Олимпиаду в Питер, поэтому его с нами нет. Да, мой дорогой, а? Не надо, я сама распоряжусь, ты, все нормально, не переживай. Ой, это тоже мам неправильно. Согласен. Лёва, тебе огромный привет от всех, и от моих фанатов, и антифанатов. А, мне все понятно, дорогие. Сереженька, я смотрю, тебе там скучно, Шелюков улетел, тебе скучно. У тебя жена и беременная военная. Сиди дома, нечего шастать. Какой-то ресторан страшный? Да, страшный. Тот, кто пишет, что ресторан страшный, дай бог, чтобы вы сюда могли зайти еще в этот ресторан страшный. Я сейчас могу сказать, я секунду, уберите руку, пожалуйста. А я перевела камеру на вас. Нет, я должна на пожалуйста. Сама. Камера на мне. Я сейчас на себя переведу. А вот. Друзья мои, если вам не нравится то, в каком ресторане мы сидим, что мы вам говорим, как мы с вами общаемся, ну, сейчас если Наташа, это ее эфир, то валите из этого эфира, валите, вас здесь никто не ждет. Если вы настолько тупые, чтобы нести такую чушь в прямом эфире, человеку, на которого вы подписаны, и в прямой эфир которого вы зашли, значит, вы тупые дуры или дураки, поэтому валите из эфира. Всего хорошего. О хорошем подписчикам, о любви, здоровья и благополучия. Держи на ту сумку. Мужчина какой-то стоит, смотрит подозрительно и думает, что-то он хочет, походу. Спасибо большое. Нет, поздравляют маму с днем рождения. Спасибо вам огромное. Значит, ребятки, ресторан, собственно. Татьяна, говорят, молодец, ты разнесла всех пух и прах. Правильно. Это я просто стараюсь себя интеллигентно вести, ибо потом скажут у Василисы крестная хабалка. А то бы я сказал. И читает. А, спасибо огромное. Нет, петь я не буду. Мамсен, он вас замуж хочет. Приятного вам. Сереженька, и тебе тоже хороших выходных. Покасики и до завтра. Нет, мужчина что-то стоит, кого-то выглядывает. Я не знаю, может быть, он девушку свою караулит. Ну, как-то странно. Василиса вас называет Лёля? Нет. Ну да. А что, если подписчик с вами не солидарен, то он сразу хреновый? Нет, я этого не говорила. Сережа поклялся, что даже здороваться со мной не будет. Кому вы верите, Сереже? Ну, давайте посмотрим, как Сереженька не будет со мной здороваться. Я к вам в жизни больше не подойду, обещаю. Сережа, что случилось? Ну, не подходи. Это вот здесь,
Спасибо большое. Да, спасибо огромное. Спасибо большое. Я сказал, я сделаю. Сереж, да хорошо, я что? Я тебя что, заставляю? Не хочешь, не подходи, не хочешь здороваться, не здоровайся. Я не понимаю, в чем базар-то? Из-за того, что мы тебя не позвали на день рождения мамы? Белоруссия, привет. Валюшка рассказывает Леве, как она нас трессировала в детстве. А что это, Сережа? А я не знаю. Что это, Сережа? Хер его знает. Набухался, наверное, и выпендривается. Что у вас случилось, Сережа? Не знаю. Зачем он вам портит настроение? Сереженька, видимо, или перепил, или разругался своей девушкой. Ну хорошо, посмотрим, пускай не подходит. Я ж его насильно не буду тащить. А, всем огромное спасибо за поздравление. Я думаю, Сереженька выпил и поругался со своей девушкой одновременно, два в одном. А, ждем очередной прямой эфир в 5 часов утра от Сергея Николаева. Сереж, а что там с тобой случилось? У тебя что, ПМС? Ты вот, говорят, люди поклялся, что со мной больше здороваться не будешь и ко мне не подойдешь. Странно, что я тебе плохого сделала? Ну да ладно, Сереженька, хорошо, мальчик мой. Я не злопамятная, но зло я Серегу помню. У него ПМС, вот и я вам говорю, у него критические дни. Здесь столько мужчин. Да, конечно. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. А, Сереженька, ну хорошо. Почему ты увольняешься, мальчик мой ненаглядный? Что произошло? Какая скотина тебе дорогу перешла? Чего ты вдруг решил уволиться? Никто тут не поет, здесь уже живая музыка была до 11 часов дня. Вакансия... Нет, подождите, Сереженька просто так не уйдет. Секунду. Она еще 8, по-моему. Хватает самого красивого мужика и в ЗАГС. Здесь много красивых. Благодарствую. Только они все с женщинами со своими. Это печально. Меня переманили на СТС. Кого? Серегу Николаева, он увольняется. Ага. От нас? А что, вообще что ли? Все врет. А, нет, вы знаете, у Сереженьки бывает, он когда в субботу ему делать нечего, он не работает, он начинает думать, куда бы сдымбрить, на какой другой канал. Вот на данный период времени у него не ТНТ, а СТС. Сереженька, прекращай там бухать. Возьми себя в руки. Завтра он жалеть об этом не будет, завтра он просто это не вспомнит. Сереженька мастер.
как по-другому? Да. Сереженька, он хороший парень. Нет, это я понимаю, но вот тоже... Нет, когда ты будешь, вы еще... Да, он знает, что я человек такой, на мне где сядешь, там и слезешь. Если он наедет, то я ему как отъеду. Поэтому, ну, пусть выговорится человек, может быть, ему хочется. Я не пью сегодня уже человек года. Сереж, завтра ты объявишь себя человеком года, я не удивлюсь. А Егорьев, приветики. Да, мы отдыхаем, у нас день рождения у мамы. Сереженька, мы сделаем вид, что ничего не было и у тебя не было в моем прямом эфире. Сдым прямо кирки сок выпьем. Таня, тебе огромный привет. Кислый. Сергей Николай передает. Сереж, нам очень приятно, мы тоже тебя очень сильно любим. Ты же знаешь, как я тебя люблю, как Таня тебя любит, как вся наша команда тебя любит, ценит и уважает. Что ты несешь чушь здесь? Прекращай мне, Сереженька. Сколько стоит у вас накрытый стол? Что за вопросы, ребят? А вы были в Егорьевске? Нет, я не была в Егорьевске. Я знаю, что Егорьевск недалеко от города Воскресенска. Да Сереженька всегда нас любил, любит и будет любить. У него просто дни больные, ну, ПМСные, поэтому он решил сказать, что он больше ко мне не подойдет и не поздоровается. Странно. Сереж, если ты выпивший, я это расцениваю так, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не дай бог, я выясню, что ты сегодня колдырил. Я тебе тресну по печени, Серега. Мать-шоу-бизнеса. Не мать-шоу-бизнеса. Прекращай ко мне подлизываться. Все, вон отседова. Спасибо большое. Когда будет кастинг в Челябинске? Я не знаю. Я ж кастингами не занимаюсь. У тебя семья. Это не кафе, это ресторан Ларри. Да, у тебя, Сереженька, семья, милый мой. Ну, да ладно, я помолчу. Я вас люблю, Сереж, мы тоже тебя очень сильно любим. Ты же незаменимый сотрудник. И обнимаем, и целуем крепко. Собственно, до завтра, ваша репка. Прекрасный инструмент. Целуй, Серег, пока. Пей молоко, Серега, молодец, только не особо жирное. Спасибо большое. Недавно зашел к вам на страницу. Зашла к вам на страницу, смотря сторис Кадони. Теперь смотрю вас. Благодарствую. Да, он выпивший. Мне чай не нужен, я выпью чай. Молоко с градусами точно. Почему на день рождения у мамы не вся семья? Потому что... Ой, Серега, вот ты кадр просто. Ты самая дорогая и команда. Я вас обожаю, обнимаю моих. Мы тебя тоже любим, Сереж. Обнимаем, целуем крепко.
Ваша Репка. Танечка тебе тоже передает привет. Анечка Квидоровичус, привет, моя дорогая ненаглядная. Нет, я на маму не похожа, я похожа на папу. А по поводу возраста, кто хочет на проект, ребят, пишите Надежде Ермаковой. Надя все вам скажет. Мама у вас прекрасно выглядит, Гена у вас... Благодарствую. Мешочки у меня. К Адоне не заходил без майки? Нет. У меня родной цвет волос вот такой. Спасибо большое. Да-да-да, я тоже узнала от вас, от Кадони. С днем рождения вас поздравляла прямо на фотке. Благодарствую, сынок. Вашу Киру любит. Нашу Киру уже любят дети наших подписчиков. Это здорово, ребятки. Сколько маме исполнилось 20. Лет? Сколько 20. Есть все мамины? Не переживайте. Таня, вам огромный привет. Лёва, мама, тебя поздравляют с днем рождения. Наши бывшие участники телепроекта «Спаси свою любовь» Анечка Квидоровичус. Кстати, у нее от нас недалеко салон красоты. И Костя у нее, муж такой красивый. Анечка, спасибо, да, блондинка. Она, кстати, ташкентская. Анечка, тебе тоже огромный привет от мамы. И я ей рассказывала, когда вы были участниками. Она тебя очень помнит и знает, и мужа твоего помнит. Спасибо тебе огромное. Моя птичка ненаглядная. Естественно. Ничего не съел. Нет, Лёва ничего не ест. Ваш юмор и голос просто круто. Спасибо. Ребят, я самая обычная, самая простая. Сереженька вон что-то там пишет мне в зеленой соцсети. Обнял, приподнял. А ты уже можешь спокойно взять и съесть сладкое. Пока я еще не могу. Сейчас сидим же, да? Да. А как Кадони и ИА? Как вообще? Кто это? Все хорошо. Да-да-да, спасибо большое. А вы неудобные вам вопросы принципиально не читаете? Ну, какие? А, Сереженька пропал, потому что он мне пишет в зеленой соцсети. Сереженька, мы тоже тебя любим. Слуцк, привет. Дебильные не читает вопросы и правильно. Правильно? Зачем читать дебильные вопросы? Чтобы были дебильные ответы? Зачем мне засорять прямой эфир? У меня есть внучка, да, по имени Кира. Зайдите ко мне в сторис и посмотрите. Она юный блогер. Я ее приучаю к блогерской жизни. Это точно. Сереженька, ты тут, зеленая соцсеть, это WhatsApp. Ой, Сереж, тебя уже все потеряли. Сегодня что никто не заходит из участников и ведущих. Спасибо. И что? Надоело мне вот это козина. Сереженька, благодарствую. Ты пошел, накатил и зашел обратно. Мальчик мой ненаглядный. Что-то ты уже пишешь мне, ты прекрасна, ты великолепна. До этого ты что писал? Встала? Кирка проснулась. Ой. Ты прекрасна, Сереж. Мне очень приятно, что ты делаешь меня керамплименты. А, вы переводчик Мамсёны, обращайтесь, кто не... Молодцы, ребят, все сечете, наши люди.
Комплимент Сереженька может делать, да? Вы еще не знаете, как он меня во время съемки обнимает, приподнимает, опускает. О, салам Осетия, Осетия, салам алейкум. Уважаемые люди. Блогер Кира, это супер. Моя дочь тоже смотрит с удовольствием. Это здорово, что мы несем вам добро и позитив, и улыбки. Я только подписалась на вас, вы интересно, спасибо. Смотрите, ребятки, я редко добавляю в бан подписчиков. А, но иногда это бывает. Иногда это бывает. Иногда бывают неадекватные подписчики, которые несут всякую дрянь, чушь. И еще надеются, что я буду отвечать какие-то нормальные ответы. Я устал один работать, и ты, когда все подключатся. Надоели уже все, Сереж, только мы с тобой работаем. Никого нету, видишь, они там заняты, работают люди. Не поняла. Наталья, без обид, вы лучше Киру начните обучение и няза, когда научится говорить. Что еще разок? А, иньяза. Всему свое время, ребятки, дайте детям побыть в состоянии детства. Сочи, привет. Лёшка, ты будешь кальян? Нет. Как по мне, не навязываю, но вы интересны и без дома два, ребят. Мне очень приятно, но так складывается, на какую бы я тему ни начинала говорить, все равно мы возвращаемся к дому два. Как давно увлеклись блогерством? Я вам сейчас скажу, по-моему, 7 июня это было число. Надо глянуть, у нас совместное видео с Йосей. А, блин, почему меня нету рядом? А? Сереж, у тебя семья, у тебя жена беременна. Прекращай ныть, страдать. Думать надо было головой. Глянь, какой размер. Да головой надо было думать, Сереж. Что делаешь-то? Теперь страдаешь. Как мы тебя позовем, у тебя жена беременна. А, вот мои фанаты пишут, что уже 12 недель прямые эфиры. Точно. Я запамятовала. Голова садовая у меня. Макияж сегодня супер. У меня нет вообще сегодня макияжа. Никакого, ресницы накрасила и пришла. Губы съела. Здравствуйте. Нет-нет, Наталья, с первого класса обязательно, помимо школы, очень ей пригодится. Да, но с первого класса это я понимаю, но не в два же года. Кстати, Кире будет 2 года. 9 октября. Вот. Я считаю, что у каждого ребенка должно быть детство. Я вас обожаю, Сереженька, мы тоже тебя обожаем, ценим, ты наш ненаглядный родненький. А знаете, почему у Сереги нет настроения? Потому что Шулюков улетел на выходные на свадьбу к своему брату. Или братишке, не помню. Спасибо большое. Да. Вы знаете, я тоже так считаю. У ребенка есть мама. И мама лучше знает, что нужно каждому ребенку на данный период времени. Как будет дальше развиваться события, я поживем, увидим, ребят. Лаваш, да, лаваш. А, Наталья, я в восторге от вас. Я понятия не имею, как вы живете, но очень эфир. Спасибо огромное. Как я живу? Я живу обычно, как все люди живут. Я также встаю, также ложусь спать, также грущу, также плачу, также радуюсь, также улыбаюсь, также работаю, также зарабатываю, также трачу. Может быть, меньше, может быть, больше, чем кто-то. Да, мы все на одной машине приехали. Нет, Кира с мамой приехала
отдельно на такси. Но Маша уже уехала по делам. Вот, я обычная, среднестатистическая, ничего суперъестественного. Старше сына, да. Да. Эти дом два чузана, они все видят. Вон от седого. А ваша невестка старше вашего сына? Они все. Чуть-чуть по печени. Ну что, женщина должна быть старше. Должна быть в женщине какая-то загадка. Видите, у меня сегодня загадка, это вот эта вот история. Танюсик мне посоветовала приобрести это платье, когда я его увидела, оно мне очень понравилось. Я его померила. А-ля Алла Пугачева Борисовна. Ой, Алла Борисовна Пугачева. Обнял вас, целую, дорогие, любимые Леви. Привет, Таня, привет, обнял. Сереж, столько любви ты мне еще ни разу не высказывала. Сердца, поцелуи, огни. Мы все видели. Ну и далее вот эта вот история, это прилагается к платью. Платье вам не шутка. Добрый вечерок. Я от вас в восторге, вы супер Слуцк, привет. Сереженька передумал, он взял все свои, Татьяна, обратно, Тань. Все свои слова. Таня, Серега взял все свои слова обратно и говорит, что он нас любит и обнимает, Таня. Целует нас и посылает нам сердца. Тань, я тебе говорю. Сереженька передумал, взял все свои слова обратно и говорит, что любит нас, обнимает и целует. Мы его тоже. Нам на экстрасенса надо идти, но так подумали, другим победу отдать. Правильно, молодцы, сидите там, где вы сидите. Я всегда говорю, знаете как, ребятки, каждому свое и свое не каждому. Поэтому хорошо там, где нас нет. Лучше быть королем в деревне, чем, господи, никем в городе. Влад Кадони потрясающий друг. Танечка, он говорит, Сереженька говорит, он Леву обнимает, а Таню целует. Сереж, ты как-то, девушка, когда страдает ПМС, резкое изменение настроения. Слава богу, что оно у тебя улучшилось, мальчик наш ненаглядный. Да, это Наташа. Ой, так хорошо получилось. Это Маша. Я тоже тебя люблю. Спасибо тебе большое, Сереженька. Котенок. Вот это вообще классно. Я еще чуть-чуть почистила. Нет, да. Чую, завтра нарезки будут, мама дорогая. Валюш, что-то у меня фанаты есть, а нет. Да? Нарезки делают, знаешь, какие смешные про меня, я же тебе показывала. Да, да, да. Я забыла, что ты... Как ответить, да. Наташа, я забыла, что ты бабушка, а не моя. Естественно, я бабушка. Зачем мне это надо лезть? Я своих детей уже вырастила, извините, добрый вечер. Вы какая бабушка, больше строгая или больше бабушка? Я вообще никакая бабушка, я больше балую. Мне бы поржать, подуреть. Кира, когда к нам приезжает, мы ее все балуем. Мы ее не воспитываем. Сережа говорит, что мы лучшие. Мы, Сереженька, ты тоже самый лучший. Вам нравится телефон Samsung? Какой у вас Samsung? Да, у меня Samsung. Ну, этот 9RS Plus какой-то там вот такой. В прошлом году был новый, крайний, который я купила. Так, подружки. Что с Сережей? Он нас пугает. У нас сейчас тоже ПМС. Серега, это вообще зажигалка. Сереженька, иди к жене, ибо она тебя сейчас треснет. Спокойной ночи, мой дорогой. Покатики. Погашите ноготочки. Вот. Вчера мне кто-то там говорил, что у меня ногти страшные. Ну да ладно, подумала я. Хорошо, вам бы такие ногти, как у меня. Молодец, можно я похвастаюсь? Мне 37, а сыновьям 20, 18 и 6. Молодец. Героиня. Троить детей – это героизм, я считаю. Спасибо огромное.
за комплимент. У нее же ребенок, как она тебе подаст? Валющенька. Как она достанет? У меня в профиле написан мой номер телефона. Пишите мне в WhatsApp. Красивые ноготочки, как и сам. Благодарствую. Сереж, мы тоже тебя любим, целуем, обнимаем. До встречи. С каким ароматом кальян? Банан. Танечка, что тебе дать, моя птичка? Кальян, аромат. Бабушка, золото, счастье вам, детям и внучке. Спасибо. Конечно. Мы сейчас пойдем. Манера общения у вас интересная. Сначала предложение... Серьезность, а в конце прям... Я вообще сама индивидуальность. Такой, как я, больше нет. Добрый вечерок. Сколько лет я наблюдаю за вами, вы очень красивая женщина. Лет? Спасибо. Серега, мы тоже тебя обнимаем и очень сильно ценим. Запомни это. А, что-то не нашла ваш номер телефона. У меня в профиле там номер. Давайте, мой дорогой. Рыбонька моя ненаглядная. Давай, мой котеночек. Да, со мной не соскучишься. Так, идите, что встали-то за нами? Так, и что? И основной еще дополнительный, да? Там кальян сейчас. Это кальян? Там еще кальян. Да подождите, не путайте, Таня. Я не путаю, я молчу вообще. А, вот. Да, конечно. Да, очень держи, мой дорогой. Спасибо. Спасибо, мой хороший. Так, мы сейчас... Вы оставьте, мы сейчас все это организуем. А, значит так. Значит, там получилось 17500. Соответственно, я должна тебе дать 9000 рублей. 9000 рублей. 50 тысяч нету. Вот тебе.
10 тысяч у меня. Значит, сколько мы должны оставить на чай? На тысячу. Тысячу тоже, правильно. Держи. Я так думаю, что нам надо 1004 на чай. 3. Давай 3,5. Давай. Я даю. Да, ты отдай. Да. Или я могу тебе поменять. Поменяй, пожалуйста, да. Мне. Есть у тебя размен? Да. Секунду. Подожди, а почему ты за кальяны дала? Я сама за кальяны дала. Да ладно, ты глупости не говори. 4. Так, да. На, вот 2. Пожалуйста. Две, да? Да. А, и за кальян отдельно. 1000 положи, пожалуйста. Пусть отдаст мальчику. Сейчас, подожди. Давай, угу. Возьмите, пожалуйста. Расскажи. Это вам, а это мальчик. Спасибо огромное вам. Спасибо, мой дорогой. А, что за кулон у вас? У меня кулон еще тот на шее. Что? Здрасте. Нормально? Да. А что я говорю? Нет, просто, мне кажется, ты не должна была давать за кальян. Да, Наташа, господи. Я потом тебе это... Да не надо мне ничего. Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Собственно говоря... Мы так хорошо здесь посидели, что даже вставать неохота. Здесь достаточно уютно, комфортно. Нет, у нас день рождения у мамы, мы отмечаем день рождения. Ресторан Ларри. Нет, мы еще не идем домой. Вы видели добрый вечерок у него на голове? Конечно, я еще вчера видела у него на голове добрый вечерок, естественно. Я же в режиме онлайн все это смотрю. Вы щедрый человек, да. Это у кого? У Илюшеньки Ебарова. Мальчик на лысо ж постригся. Но это он на нервной почве. Илюшенька, он такой наш котенок. Про яхту любви можно сказать, что это утопия из-за жениха. Прекращайте мне эти истории. Смотрите, яхта любви очень интересный проект. Один Захар ведущий чего стоит. Я уже не говорю там про эту Святую Троицу, которая там собралась. Да. Вы похожи на Мирошниченко. Да что? Мне очень приятно. Все блондинки могут с тобой попробовать. Дыма нет от кальяна. Ну ладно, нет и нет. Мне главное есть, и все хорошо. И все нормалды. У меня, знаете, у меня сегодня вообще туфли красные, сумка красная, платье фиолетовое, пальто желтое. Конечно, Захар участвует. Да. Захара нужно брать ведущим. Здравствуйте, здравствуйте всем. Очень приятно, кто ко мне снова только что подсоединился. Да, я тоже считаю, что Захар достойно справился со своим заданием. Вы приколистка, даже спать перехотелось. Спасибо, мой дорогой.
Да, человек года завтра будет в эфире, конечно. Спасибо огромное. Сумка красная, туфли красные, цвет красный терпеть не могу. Чтобы вы понимали, вы не представляете, почему у меня так складывается кошелек. Что вы, я вам сейчас покажу, котятки. Я бы лысый, это красавец, да. Кошелек, значит, красный, ГЭСовский, видите? Сумка красная, ГЭСовская, видите? Видите? Вообще, я не знаю, почему так сложилось, что у меня все красное. Вам с Кунбу, острый дом. Старый дом 2 был лучше, понятно, угонять его, ничего подобного. Цвет на стороне красный, да. А пальто желтое, лимонное. Умереть не встать. Что вы? Котятки, у меня тут все серьезно. Улыбка летит. Спасибо огромное, кто лично поздравил маму с днем рождения. Я знаю, что ей даже писали в директ мои подписчики. Поздравляли ее. Я очень всем признательна и благодарна. Сейчас Кира проснется, увидит, что мама теле нет, начнет рыдание рыдать. Ой. Моя птичка, моя мышка, маленькая, моя ненаглядная. Моя красотка. У нее тоже банты красные, костюм красный, куртка красная, коляска красная. Мама, ты читала директ свой в Инстаграм? Тебя мои подписчики поздравляли с днем рождения сегодня? Лично. Да не сегодня, Валь, 26-го. А, какие-то... Это мои подписчики тебя поздравляли. Молодец, Валюша. Я именно это кликнула, подписаться. Вы как листья на деревьях, разная, цветная. Да, я такая. Вот, Левушка, пожалуйста, мальчик мой ненаглядный, котенок мой. Ну, добрый вечер всем. Добрый вечер. Да. Ну, отдыхается нам прекрасно, все у нас хорошо. В общем, ресторан прекрасен, еда очень вкусная, все офигенно. О. Чтобы вы понимали, Левушка, как обычно, всю еду отдал нашей маме, съел половину вот такую вот шашлыка и досвидули. Все прекрасно, все прекрасно. Ну, что-то я выпил чуть-чуть джина, вот не знаю, там, грамм 50, вот. И меня что-то прибило так, вот. Я что-то не могу понять, почему. Но, правда, выпил. Добрый вечер. Это наши фанаты, это хорошие люди. Да, хорошо. Уважаемые мною, хорошие ребята. Вот. Но, правда, выпил только джин, вот. Чистый. И что-то так, вот, ты знаешь, возраст. Раньше-то как мог. Лёва, раньше не то, что 100 грамм литр. Поставили. Ой, я не могу умереть, не Лёва, не то, что 100 грамм, литра было мало тебе джина, да? Возраст, раньше, какой возраст, да. Сейчас не могу уже, не могу. Лёвушка, ты молодой мужчина. Привет, привет. Лёва, кто-то здоровится, Малина, нижнее подчеркивание, Митрошина. Малин, привет. Малин, давайте найдем Лёвушке невесту. Да, она уже ищет невесту мне неделю. Ничего страшного, кто-то ищет, тот всегда найдет. Ну, давайте мужа найдем, в конце концов. На голодный желудок, потому что вы совершенно правы. Нет, не на голодный желудок, кстати. Нет. Мне нравится Татьяна Сахно. Это кто? Кто это? Татьяна Строкова, наверное. Наверное. Значит, Танька выйдет замуж за Даню. Видишь? Все, прямой эфир заканчивается. Друзья мои, покасики. Покасики, я всех люблю, обнимаю. Подождите, может, еще зайдем. Лёшка, подожди.